для меня сегодня вдвойне праздник получается, да? Мне очень радостно, что вы здесь все на Тихорецкой земле, что наши коллеги, уважаемые друзья, приехали сюда на День поля. Вы находитесь в одном из наших хозяйств здесь, в станице Краснооктябрьской. В этом году мы покажем вам демоучастки, где будет 31 сорт пшеницы зимой и 4 сорта яровой пшеницы. И я хочу сказать большое спасибо академику Российской Академии Наук Людмиле Андреевне Беспаловой и низко кланяюсь вам за то, что вы дали такую возможность нам дать свои лучшие сорта, дать свои лучшие изобретения, можно сказать, нам на демоучастке, и все увидят, что это сегодня российские сорта самые лучшие в мире. Вы знаете, что наш институт носит имя академика Лукьяненко. Это величайший селекционер, можно сказать, второго тысячелетия. И мне бы хотелось сегодня сказать, что сегодня его день рождения. Сегодня день поля в Кубань-Хлебе проводится в день рождения академика Лукьяненко. Академик Лукьяненко по преданию родился, мать его родила в цветущей пшенице в поле. Тогда, вы помните эти годы, в 901 году он родился. Вот. И сегодня еще такой момент хотела отметить, что в Японии, вы знаете, все любуются, и праздник бывает, когда цветет сакура. А мы с вами на Кубани, хлебном крае, всегда любуемся цветущей пшеницей. Вот сегодня мы с вами в поле увидим и полюбуемся цветущей пшеницей. Это культура премиум-класса. Она отличается от мягкой пшеницы. Почему она твердая? Это не потому, как есть в Америке мягкозерная пшеница и твердозерная, но относятся к тритикум эстивум, да? А это тритикум дурум. У нее только два генома, а у мягкой пшеницы эстивум три генома. Она более нежная. И если, когда вы услышите, что да ничем не отличается технология возделывания твердой от мягкой, это говорят не профессионалы, они дилетанты, они не знают и биологии культуры, и технологии, особенности технологии существуют. И в первую очередь связано с чем? На высоком агрофоне эта культура должна возделываться. Основное ее качество или ценность – это в зерне. Зерно должно быть стекловидным, янтарным, да, с высоким содержанием белка. Поэтому только на высоком агрофоне, только посев в оптимальные, ранее оптимальные сроки сева, по лучшим предшественникам, никакого колосового, никакой кукурузы, такое требование. Причем почва должна быть хорошо увлажнена в наших условиях, это не всегда. А почему хорошо увлажнена? Потому что зерно высокобелковое, больше влаги требуется для того, чтобы пшеница твердая прорастала. Ну и очень важно уборка. Если мы ее будем убирать, чертиках, да, извините, вот здесь, когда она уже стечет, на нее там и росы, и туманы, все, можете расставаться с этим зерном. Убирать ее нужно с макаронами, убирать ее нужно при повышенной влажности, не доводить до 14%, да. У кого есть сушки, пожалуйста, убирать 18-20%. У кого есть, чтобы на свал, вот тогда мы будем получать высокое качество зерна, тогда она будет в цене. Вот мы были в одном из хозяйств Ставропольского края в прошлом году. Они очень хорошо продавали товарное зерно по 34 тысячи
рублей за тонну, да? То есть вот что значит экономика, вот что значит возделывание твердой пшеницы, но не во всех зонах. У нас в Краснодарском крае ни южно-предгорная, ни центральная, ни тем более западная, дельтовая для производства зерна твердой пшеницы не подходят. Это она потаманская испокон веков, да? И вот северная зона края. Значит, что еще в особенностях этой уникальной пшеницы, пшеницы премиум-класса? Это вот высокая восприимчивость к фузариозу колоса. Поэтому там, где часты туманы росы, где кукурузный пояс, туда полный запрет для твердой пшеницы. Это новый сорт Белла. Он еще только-только передан в государственное сортоиспытание. Это сорт с уникальным качеством зерна, соответствует всем международным стандартам. Как-то мы были на совещании в Чехии, и там представители Канивы рассуждали, что наша твердая пшеница совершенно не такая, у нас не такой глютеновый индекс. Это было в 2018 году. Но мы работали и в том числе и на глютеновый индекс. Вот сорт Белла, Белла Муча, лучшее качество у этой пшеницы. Я говорила о том, что культура твердой пшеницы фузариозом колоса поражается. У нас есть сорт Синьора, он внесен в реестр в этом году. Кого твердая пшеница заинтересует, вот это сорт твердой пшеницы устойчив к фузариозу колоса. Белла, конечно, она берет качеством неимоверным, соответствующим всем мировым требованиям и стандартам. А Синьора сорт устойчивый к фузариозу колоса. Запоминайте и используйте. Урожайность твердой пшеницы, лучших сортов, новых сортов твердой пшеницы сегодня на уровне лучших сортов по урожайности мягкой пшеницы. Очень много произошло в изменении культуры, прогресс в селекции. Мы говорили раньше, да, твердая пшеница не кустится. Сейчас твердая пшеница хорошо кустится. Вот появляются сорта, устойчивые к фузариозу колоса. И уровень морозостойкости возрос баснословно в сравнении с сортами, ну, допустим, там конца 20 века. То есть рывок в этом направлении у нас очень большой, поэтому мы, если раньше мы говорили, что ну нельзя в северную зону края наши сорта, потому что риск вымерзания, то сейчас вот сорт Синьора по трем регионам сразу районирован. Белла еще не внесена в реестр, а Синьора по трем, то есть центральное Черноземье, мы, северокавказский регион и восьмой регион, Калмыкия, Нижнее Поволжье. Ирина Борисовна, можно еще вопрос? Да, пожалуйста. В каких зонах Краснодарского края можно возделать, а в Ростовской области? Ну, Ростовская область, безусловно, там всегда лимит влаги в большинстве регионов, за исключением, ну, может быть, Кочубеевский, Новоалександровский, да? А Ростовская область, центральные районы и туда, к Воронежской области, Калмыкии, пожалуйста, это будет великолепие. И что касается Ставропольского края, Ставропольский край вообще это зона формирования и получения самого качественного зерна. Это, безусловно, Ставропольский край. Все пшеница твердая наша выдержит и морозы, если там случатся сильные, хотя сейчас потепление повсеместно, да, и засухи. Пшеница твердая более засухоустойчивая культура, чем мягкая. Смотрите вы на флеш, на ультраскороспелый флеш. Сплошные колосья, какой плотный колосостой. Ультраскороспелая, ну, примерно как юбилейная 100, может быть, там на день чуть позже, но уже как вот селекционеры изменили ультраскороспелый сорт с мощным кущением для высокого аграфона полукарлик, но, к сожалению, не внесли в реестр пока. Обратные заморозки как будут на него влиять? Вот у нас же часто бывает. Будут влиять. Поэтому мы будут влиять, поэтому мы рекомендуем ультраскороспелых сортов от общей площади 5-7%. Если вдруг случится такое несчастье, такой форс-мажор, другие сорта подстрахуют. Сорта взаимострахователи. Высокое качество зерна, высокий агрофон для него нужен. Вы видите, что какой он малюсенький, полукарлик. Но посмотрите, сколько колосьев. Вообще шарозерная пшеница, она начала использоваться человеком раньше, чем обычная мягкая пшеница. Но
главное достоинство в том, что в шарозерном зерне обычно выше содержание белка клейковины, это более высокое качество, и кроме того, более высокий выход муки. Конечно, это сорта, они могут уступать обычным сортам по уровню урожайности, но качество здесь обычно выше 14%, а при соответствующих агромероприятиях можно получить 16, 17 и 18% белка и более 30% клейковины. Сорт короткостебельный, отличается повышенным уровнем зимоморозостойкости, поэтому он сейчас передан только в 2021 году для изучения, в этом году будет высеваться, но в широком наборе, благодаря своей зимостойкости регионов. Здесь 5 или 6 регионов, где он будет изучаться. Дальнейшее будет приниматься решение по нему уже после изучения в государственной комиссии. Но, конечно, востребованность его будет зависеть от ценовой политики. Если за качество будут платить адекватные деньги, этот сорт будет востребован. Если нет, то здесь, в принципе, зачастую мы выбираем больше урожайность как главный критерий по сравнению с качеством зерна. И дальше мы подошли к культуре Тритикале. Сорт Илья. В этом году у нас внесен в государственный реестр по 5 регионам. Третьим это центральный, четвертый волговятский, пятый центрально-черноземный, шестой наш, седьмой средневолжский и восьмой нижневолжский. Сорт чем отличается от предыдущих Тритикале? Короткостебельный, если они были более высокие по высоте. Это сорт с повышенной зимоморозостойкостью. Это сорт, который, кроме того, имеет, он относится к группе скороспелых сортов. Обычно наши Тритикале созревали позже, это была определенная проблема. Ну и вот за счет этих качеств, это габитус снизился, да, более продуктивный стал. Это скороспелость. Он, это один из самых урожайных сортов в настоящее время. И культура Тритикале, это, конечно, ее место для колосового предшественника, в первую очередь, для ранних сроков сева. Он не поражается вирусами. Значит, сорт Тимур, это среднеспелый сорт. Он колосится и созревает на уровне стандартного сорта Ярила. Это первый наш сорт яровой Тритикале для нашей зоны. По высоте это среднерослый сорт. Выше Ярила сантиметров на 25. Высота его максимальная, это 110-112 сантиметров. Это во влажные годы. При этом он устойчив к полеганию. Он устойчив к абиотическим стрессам. То есть этот сорт жаростоек, засухоустойчив и холодостоек. Холодостоек, несмотря на то, что это все-таки яровая, 100% яровая, даже если вы ее посеете сейчас, она все равно выколосится. Это 100%. Но мы сорта яровые, ну, в селекционной программе сеем под зиму, чтобы скрещивать. За 5 лет ни разу не вымерзал. Да, было подмерзание, но не вымерзал ни разу. И в том году он занял в экологическом сортоиспытании у нас, на наших деревянках, первое место, даже среди зимы. Так и морозов не было. Ну, морозы, заморозки были, подмерзание в том году весенние. Но сроки сева этого, вообще всех яровых Тритикале, это февральские окна. Этот посев был 26 февраля. Или первая декада марта. Это оптимальные сроки сева. Глубина заделки 3,5-4 сантиметра. Значит, норма высева. Производственные посевы, норма высева должна быть не меньше 4-5 миллионов схожих зерен на гектар. Почему? Все-таки коэффициент кущения у яровой ниже. И чтобы нам к уборке получить полноценный стеблестой, нам с нормой высева играться очень как сказать, не стоит. Здесь, конечно, посев около 3 миллионов, но это здесь, чтобы коэффициент размножения был выше. Будет, он компенсирует размером колоса, все-таки кущения не будет такого сброса. Поэтому
Значит, что касается урожайности. Урожайность за ряд лет, там, если выбрать лет за 10 урожайность, его на уровне 65 центнеров зерна с гектара. Максимальная урожайность этого сорта была получена в 2017 году. У нас это 103 с копейками центнеров зерна с гектара. Это был очень влажный, очень благоприятный для яровых. Вот, у нас озимая давала меньше, чем яровая дала. Что касается болезней, устойчив к бурой ржавчине, к желтой ржавчине, стеблевой, септориозом поражается, среднеустойчив к фузариозу, средневосприимчив. Поэтому по кукурузе зерно мы его сеять не рекомендуем. Основное назначение тритикария, ну, в том числе этого сорта, это зернофураж. Но зерно накапливает от 12,5% до 15% белка, в зависимости от года. Ну, если засушливый год, больше белка, если влажный год, урожайность выше, белка меньше, это закон. И где-то 18-22% клейковины. То есть мы можем его использовать и на выпечку печенья. Там клейковина сильно не нужна, и много ее там не нужно. Поэтому печенье получается великолепное. У нас еще есть селекция яровой твердой пшеницы. Также накоплен большой ассортимент сортов. Здесь мы видим ядрица. Это сорт среднеспелый, среднерослый. Но несмотря на то, что он устойчив к полеганию. Основные плюсы твердой пшеницы – это то, что это все-таки макаронно-крупяная культура. Если вы кушаете макароны, я вам настоятельно рекомендую кушать только из твердой пшеницы. Это на пачках должно написано группа А – дурум. Если там будет написано твердозерная пшеница, это значит обычная мягкая пшеница, мы будем есть обычную, ну как обычных, не то качество. Значит, твердая пшеница, в частности ядрица, она содержит в зерне от 15 до 17% белка. Причем белок там особый, он не так сильно усваивается, как из мягкой пшеницы. Поэтому его рекомендуют для диетического питания. Кроме того, сами макароны из твердой пшеницы, они не так сильно развариваются. У них разваримость меньше. И общая оценка макарон по 5-бальной шкале у этого сорта 4,8. То есть, кроме того, зерно у него желтое. Ну, мы его называем белое в науке, но оно на самом деле, если видите, оно желтоватое. Очень высокое количество каротиноидов. Благодаря чему и макароны, они желтые. Без красителей они сами по себе желтые. Качество этого сорта великолепное. Крупа великолепная. Нам каждый год, наша заведующая Людмила Андреевна, мы сами делаем, и она дает крупу из твердой пшеницы. У меня дома ее великолепно все кушают, и дети тоже. Скажите, а яровую твердую пшеницу есть смысл выращивать? Даст она урожай здесь на юге у нас? И какой урожай? Урожай, значит, в наших опытах потенциал этого сорта порядка 70 центнеров. В производстве в том году в этом хозяйстве яровая твердая пшеница дала 47 центнеров. Где здесь хозяйство, чтобы они сказали? 47 центнеров. Для яровой это высокий урожай. Цена, очень привлекательная цена, в два раза выше, чем у мягкой пшеницы. Она доходила до 38-40 рублей за килограмм. Единственная проблема, надо большие объемы. С маленькими объемами никто связываться не будет. Поэтому, лучшие предшественники. Здесь посеяно по сахарной свекле. Вот только что передо мной была группа, и там специалист хозяйства объяснил, почему именно сахарную свеклу не выбрали. У них она убирается поздно, глыбко. И поэтому, чтобы сюда, в эту глыбу, не совать зимую пшеницу, они его подрабатывают, она размерзается и сеется великолепно пшеница. А так не рекомендуется сеять ее по пшенице, потому что засорение. А если засорение будет, уже цена может очень сильно варьировать. И по подсолнечку, потому что все-таки подсолнечник иссушает почву очень сильно. Ну, подсушает, но зато ее можно разделать легче. Понимаете? Конечно, если у вас ну, лучшие предшественники, вы отдадите там горох и под пшеницу там, но все-таки кроме пшеницы, ну я думаю, кукурузу на зерно тоже сильно не стоит. Потому что там, хотя этот сорт и среднеустойчив к фузариозу колоса, но все равно это продовольственная культура, там требования очень жесткие. Скажите, а какое есть преимущество у яровой твердой пшеницы перед озимой твердой пшеницей? Озимая нужна урожайность больше. Озимая, совершенно верно, она дает урожайность выше. Но качество этой пшеницы, содержание белка, клейковины здесь намного выше.
Здесь 3-4% будет выше. Но урожайность не... Ну... Просто некоторые хозяйства не успевают, а зимой посеять. Получается, как страховая культура. Как страховая, да. Все яровые культуры, это и тритикалия, и пшеница, и твердая пшеница в нашей зоне, они только как страховая. Да, есть у нас регионы, большая у нас страна, у нас есть регионы, где это основная культура. Но у нас озимая пшеница растет великолепно. Какая? В Воронежской области сейчас активно переходит на зиму, климат везде меняется, там потеплело, и там очень... Север. И север тоже. Север сильно отличается. Нет, там, да, там много, но Воронежская область, пятый регион, Курская область, они сейчас много очень сортов озимого типа. И те районы, которые раньше не сеяли зимы вообще, уже пробуют и сеют, и получается. Потому что сорта располагаются. Климат меняется. Рады приветствовать вас, коллеги, на комплексе нашем по подготовке семян. Я вначале, когда мы заехали, говорил, кто слышал, кто нет. За спиной у вас товарный элеватор 30 тысяч тонн, через который мы производим отгрузку на порта товарную пшеницу. Перед вами комплекс по подготовке семян, основная технологическая линия компании «Петкус». За спиной сзади 10-тысячный элеватор хранения семенного вороха. Еще там сзади увидите, мы сейчас в монтаже, у нас линия по подготовке семян еще на 10 тонн в час. Мы хотим увеличить производственные мощности с 10 на 20. Также компании «Петкус», основное технологическое оборудование. Значит, если начнем с самого комплекса. Здесь на этом стенде мы представили общий зерновой кластер, который здесь у нас реализовывается. Начата стройка здесь была в 2018 году. Построили первый мы товарный элеватор 30 тысяч тонн, и от него дальше продолжили развиваться. Здесь также представлена наша продукция, не вся, конечно, но та, что вы видели и на улице. Линия начинается от завальной ямы, где мы с вами были. Вся цепочка выстроена по комплектации машин. Первая машина – первичная подготовка, так называемая воздушно-решетная для первичной подготовки. Дальше основной мультиочиститель, который решетно-воздушный, он уже начинает работать с семенами. Следующий – триерный блок, знаете, короткая длинная примесь. За бункерами калибровки стоит калибровщик, который позволяет нам отбирать семена подсолнечника, кукурузы для калибровки, плоская, круглая, длинная, короткая. Следующий, кому интересно, можно посмотреть, зайти, там стоит у нас гравитационный пневмостол, масса 1000 семян и изюминка этой стороны, он зашит, это оптоселектор, фотосепаратор компании «Петкус», который позволяет уже подготовленный материал отделять по цвету. Ну, вот обратите внимание, типичный наш склад хранения готовой продукции. Мы просто убрали отсюда поддоны, наводили порядок. Термоса. Здесь мы храним готовую продукцию и отгружаем вам отсюда, вот из этих складов. Из этого 1500 квадратных метров. Этот больше, этот 1800.